Отпразднуйте Всероссийский день физкультурника бодро и по-спортивному. Присоединяйтесь к утренней зарядке, которую проведут министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Григорианс и многократный призер чемпионатов мира и Европы по стрельбе Юлия Эйдензон. Приходите 11 августа к ФОКу на улице Конева в 9:30. Не забудьте спортивную форму.